колючки, бегония и калачки, да, опять мне перепнуло. Вот небольшими такие макушки посрезала. Вот, и вот так вот в баночку водичку и на зиму прохладное место. Вот. На следующий год у меня будут готовые растения. Высажу их в грунт, как только пропадет угроза заморозков. Где-то в конце мая, середина мая, высаживаю их на улицу. И вот так они цветут. Цветут все лето. Никто их не кушает. Прекрасно себя чувствуют на улице. Так что до следующего года. Готовые черенки. Уже не буду заморачиваться с петуниями. Это у меня есть планы. Хочу сделать большие ящики. Вот ящики клумбы. Это надо мужа опять просить. Скажет, опять что-то придумала. Ну, а что делать? Мы придумаем. Они делают. А мы украшаем, правда? Красота. На следующий год будут цвести мои цветы. Бегония, не знаю сорта. Она вот цветет такими мелко-розовыми цветочками. Но не очень красивая. Прям такие огромные. Глянцевые листья, зеленые, красивые, с такими прожилочками бордовыми, красивая. И она высокая, высокая. Тоже кто-то подъел, дырочка есть, одна. Наверное, попробовал, невкусно, и ушел на другую. И ушел на хризантему. Я даже догадываюсь, кто это, рыс. Слизни мне в этом году вообще. Что-то в этом году у нас слишком много всяких-всяких бяков было. Ну вот, до следующего года они у меня будут вот так. Кого-то посажу в землю. Это на всякий случай, вдруг здесь что-то пойдет не так. Загниют или еще что-то. Но в основном они у меня так в банках. Некуда мне их сажать. Заставлять подоконники я не люблю. У меня и дома мало комнатных цветов. Очень мало. Такие только большие. В больших горшках. И все. Так что до следующего лета. Ну, весны. Высажу весной-то. Я тут собираю урожай. Видите, как удобно. Как удобно. Даже ничего подставлять не надо. Не лезть ничего. Уже небольшая, и мы ее так удобно достать. Вот, вот один ящик уже полный, второй наполнил, наверное, еще будет немножко. Вот одной рукой телефон. О, червячок подъел, значит. Классное буду уже. Положу сверху, чтобы первую скушать. Здесь тоже. Вот такие огромные игрушки. Зимой будут самое-самое. Но... Вот так. Вот. Очень удобно. Когда маленькое дерево. Так. Так, ну что, где еще? А, вот еще, вот еще. Вот еще. Ну и все. В принципе, все. Весь урожай собрала. Да? Вроде бы, да. Это пойди еще. Опа. А, нет, вон еще висят. Вот. Какой-то недоразвитый чуть-чуть.
И вот этот. Так, как же тебя? Вот так. Все. Мне не надо ни приспособления никакие. Ни лестницы не надо. Вот шикарные плоды. Вот таких два ящика. Эта груша зимняя. Мне ее с головой хватит покушать. Еще и угостить своих родных. Вот такая вот. Не знаю, сорт. Какая-то поздняя-зимняя роза. Ой, роза. Все, на роза помешалась. Да что вы мне все, хватает и хватает мне эти розочки. Цепляет и цепляет. Дам де кер. Дама сердца. Дама червоная. Или червоная дама. Вот, у нее сколько названий. Да. Ой, сломала. Сломала, пока лазила здесь за грушами. Ну, уже все, дорогая. Тоже подхватила. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Всем мирного неба и до новых встреч. Пока-пока.